Кресло 936. Два способа крепления у него есть. Первый способ трудный, а наоборот легкий, да. Если в ребенке 15 килограмм и выше, то самый надежный и безопасный способ прямо в кресле напрямую застегнуть его вот этим ремнем, не пристегивая кресло к ремню. Прямо через ребенка пропускаем ремень вперед. Все, это самый безопасный способ. Второй способ. Вытягиваем ремень. Проводим через ручку, под ручку, вставляем в отверстие, в спинке имеется отверстие, выпускаем во второе отверстие, опять же через спинку, пропускаем через ручку, вставляем в штатную дырку. Все, ремень натягиваем. Да, пробуем, проверяем, все четко. Это способ правильный, но менее надежный. Вот эти лямки, которые лямки кресла, могут, не дай бог, порваться при сильном ударе, если ребенок тяжелый. А ремень, который штатный, никогда в жизни не порвется. Ну, выбирать вам, крепите как хотите. И так правильно.